Селфи, вредоносные программы и надежные сайты в школе номер 266 Адмиралтейского района учащихся 8-10 классов проверили на знание безопасного поведения в интернете. Проверка проходила в рамках единого дня информационной безопасности. Помимо учащихся 266-й школы, в ней приняли участие воспитанники еще 7 образовательных учреждений Адмиралтейского района. Форму для лучшего усвоения материала выбрали игровую. Ребятам предстояло пройти квест, который подготовил Университет информационных технологий, механики и оптики. На этих станциях ребята ответят на вопросы, посвященные безопасности в сети интернет, в том числе, как безопасно правильно делать селфи, как различить надежные сайты, что такое вирусные программы, какие они бывают и как от них защититься. Помимо этого, они должны понимать, какие адреса электронные тоже являются благонадежными. Всего учащимся предстояло пройти 8 станций. Успешнее всех с заданиями справилась принимающая сторона единого дня информационной безопасности – школа номер 266.